тучки начали бежать по небу, а утром было вообще ни одной тучки. И утром было 20 градусов. О, народ уже подъезжает. А сейчас? Сейчас всего 17. И штиль. Опять горнопляжная погода у нас. Опять хорошая каталка ожидается. Опять Тула с их хлебосольным столом в горах. Третий день на композите. Сейчас мы как раз сидели здесь за завтраком, обсуждали. Лучше, хуже едет. Я забыл сказать, что стандартный трак 16 дюймов у саммитов, он всегда, стандартная гусеница, она была чуть-чуть пошире, на 1 дюйм, на 2,54 сантиметра. Трак композит М770, он 15 дюймов. И он чуть поуже, и соответственно, чуть-чуть поуже рабочая часть трака. Надо сравнивать, надо все замерять, чтобы понять, лопатки чуть-чуть уже или лопатки все-таки те же, и вот сами края трака, просто сам трак как бы пошире. Вот этого я не знаю, нужно посмотреть. И вполне возможно, из-за этого он впиливается, трак-композит впиливается чуть-чуть получше, чем стандартный трак. Как-то он поострее у него край, и вот контроль снегохода получше именно в каких-то отвесных углах. Когда стандартный трак, со стандартным траком нужно работать, то есть агрессивно его запиливать, то здесь тратится чуть меньше энергии. В горку, когда я стрелял, в принципе, этот трак едет прогнозируемо, контролируемо, но я уже в него вкатался, поэтому я не могу вот так вот сравнить. Вполне возможно, что в этом снегу стандартный трак заехал бы выше и проще. И еще я заметил одну особенность. Трак-композит. Вот вчера у меня были обороты, когда я ехал в горку 8-8-100. То есть, видимо, все-таки поменьше площадь зацепов и снегоходу проще его крутить. Или может просто снег... Снег пожестче, и ему проще цепляться за этот снег. Я не знаю, ребята, но факт есть факт. Надо, по идее, вариатор назад вернуть. Сегодня я опять посмотрю, и если что, я перенастрою вариатор. На гусенице композит я планирую поездить где-то еще пару дней, и потом вернусь на сток. Почему это так? Потому что ресурсные испытания сейчас я уже не проведу. Осталось всего кататься 3 недели. Ну, таких боевых, хороших 3 недели. Неделя в феврале, неделя в марте, потом мы уезжаем в Шерегеш, считай, там неделя пропадет, и где-то неделя еще останется. Ну, дай бог, если снег выпадет, то еще как бы недельку катнем. То есть, ну, за этот месяц тут особо не проведешь ресурсные испытания. А понять, как ведет себя трак, ну, я вот за эти дни уже, в принципе, понимаю, что это такое, как он себя ведет и какие отличия от стока. В принципе, я каждый день стараюсь озвучивать, да, свои ощущения. И я считаю, что тест через пару дней можно завершать. Буду возвращаться на сток, и этот трак, скорее всего, буду продавать. Вот, но я еще не решил, может, в запас оставлю. Пусть лежит, мало ли что может произойти. Ребята уже пошли одеваться, и мне нужно тоже идти. Все, погнали в гараж. Красавчик воевода первый самый, а его группа еще не готова. Сидят, бамбук курят такие. Он, почему не едем, А все такие, да, не хотим ехать, и все. Короче, как-то так. 15 градусов уже на улице. Вон, видишь, почему не едем. В общем, терки утренние. У нас такое не бывает, мы спокойно всех ждем. Никуда не торопимся, абсолютно. Еды у нас навалом. Мы можем кататься до вечера. Даже до следующего вечера. С Тулой я абсолютно спокоен. 15 градусов на улице, но не ощущается 15 градусов, потому что у нас штиль, абсолютный штиль. Синее небо. Вау, не облачко. Где-то там вот были облачка немножко. Ну, вообще классная погода сегодня. И сегодня по прогнозу очень тепло, очень тепло. Естественно, солнцезащитные очки уже взяты. Посмотрите, сосульки, это неспроста. Это солнышко плюс тепло с бани идет. Такие сосульки. Вчера, кстати, я видел сосульки на елках. Солнце уже греет. И вот как раз солнечные склоны сейчас вот с сегодняшним солнцем, вчерашним, сегодняшним, завтрашним, послезавтрашним,
их, конечно, прибьет. Иногда даже выскакиваешь на наст, уже наст бывает. Так что нужно быть осторожным. Северные склоны, они будут стоять до конца марта. Ребята, ну вот состояние гусеницы после, получается, двух дней, да, после двух дней катания. Немножко внутренние окна тут пораспушились, где вырубки были внутренних окон, но это абсолютно не критично. Край нормально. Ну что, общий пробег сколько там? 100 километров максимум, наверное. Поэтому зацепы все на месте. Но я повторюсь, ресурсных испытаний здесь сейчас не добиться. Поэтому катаем пока так. Ну что, они не уезжают, до сих пор стоят тут. О, наконец-то, наконец-то. Ладно, мне тоже надо. Снегоход уже прогревается. Начинаем. Эту скалу вы уже видели несколько раз в моих выпусках. Сейчас посмотрите, она засыпана снегом. Прям... И она вообще отвесная, но сейчас столько снега. И, видимо, здесь еще наддуло с той стороны. Я думаю, что выдуто. Сейчас она засыпана снегом. В целом, посмотрите здесь, какие места. Мы сейчас на вершине горы. Это как бы ее вершина. Тут такая каменистая гряда небольшая. Видно здесь другие горы. В общем, такая местная достопримечательность. Мы здесь останавливаемся иногда чаю попить. И так вот проездом через гору переваливаем. Я стараюсь проехать мимо нее, чтобы показать
Фотосессия. Возле такой горы сфотографироваться. Ладно, поехали дальше. Тут такой небольшой подъемчик организовался. И я ребятам говорю, поехали газанем. Пятый зашел. Эксперт, нет. Смотрите, я под каким деревом стою. Уп. Скала. Давай переворачиваем. Бросай, бросай. Отлично. Отлично. Снег такой, что он не катится вниз. Вот там еще подъезжает народец. .63 Polaris Axis 800, 17 модельный. Переворачиваем. Уходи из-под него. Дим, из-под него уходи. Не надо так. Ром, подожди, подожди, не спускайся. Все, отлично. Отлично, отлично. Так я и знаю. Я же и говорю, стой. Ладно, хорошо, хоть не сломал ничего. Авария. Mm-hmm.
Ну что, дорогие друзья, всю жизнь езжу на Берпи с 1993 года, ни разу не отрывал руль. Ломал их, гнул вернее, но никогда не отрывал. Это претензии к Берпи однозначно, раз. И претензии к воеводе. Почему нет усилителя мощного из чугуна, вот какой-то фигня, чтобы я мог уже ездить спокойно и дергать за ручки, не бояться. А рули хлипенькие. Да, а то я дернул чуть-чуть при перевороте, и все. Это не об дерево, не обо что, просто переворачивал снегоход. И вот результат. Все. Да, претензии серьезные, кстати, да. Тем более мы в 35 километрах от дома. Нож уже достали. Так что, ну больше даже колье. Почему нет усилителей чугунных, таких надежных, крепких, чтобы уже все. Поставил и езди смело. Дерево не дерево. А я даже не деревья никуда. Ну, просто переворачивал снегоходик. Да, потянули за руль, бах, все. Ну, чуть резче потянул, чем обычно. Надо делать швеллерочек, взять такой прям поверх, вангет. Да. Ну, обварить его как следует и все. Ну что, варианты какие? Будем чинить? Сделаем сейчас. Этот отвернем, этот отодвинем, этот задвинем. Туда между ними поставим палочку, и все будет отлично. И доедем до дома. План простой. Вариант вообще, план огонь. Откручивается, отодвигается, это вставляется, между ними палочка. Логидзе. Закручивается, да. И я поехал, но буду чуть-чуть вот так вот, да, не привыкать. Да можно даже так побундочить. Да я так всегда делаю, я вот обычно могу и так поехать. Ладно, давайте чинить. Будем... Показывай мастерство, я и пошел. Ребят, это еще к вопросу о том, нужно ли возить с собой инструменты или нет. Вот обычная ситуация, и инструмент нам помогает. Ситуация-то необычная. Редко кто рули ломает руками. Но я ломал на бундокере, но я доехал такой, потому что на ротрачке поломал. Так что... Ну ты-то от переворота я рукой оторвал. Да. Минимальный набор инструмента с собой должен быть. Разводные ключи, шестигранники, звездочки, чтобы хотя бы подтянуть там руль. Тормоз, если что-то такое. Минимальный набор обязателен. Все практически как новый. Вставили деревянный березовый чопик сюда, открутили болты, чуть сдвинули, чтобы место, где он поломался, было посередине. И сейчас и затянули. Все, руль немножко смещен, но это дает... Но зато им можно рулить спокойненько. И можно доехать до дома. И даже побундочить немножко. Да, так что на правую сторону склон мой. Все, а теперь обед. Ой, слава богу. Уточка. Утка? Утка. Вот это обед, смотрите. Раз колбаса, два. 3 сала, еще одна, 4 колбаса, и манго. Уточка и манго. Тульская манго. Тульская манго с привоза тульского. Да. Надо ехать туда, поеду летом за манго в Тулу. Будут надо большие Боре, скидки, приезжать. Боре брать за рекламу. Да, ребята. Но я третий день уже не беру вообще ничего с собой. Посмотрите, это же санкционочка. Нормально они. Раз санкционочка, два санкционочка, еще и утка. Алексей, один недостаток из-за того, что у нас много еды. Силы много, рули отрываю. Да, это да. Недостаток. Вот после такого, конечно, еще, я думаю, будут повреждения. Надо как-то уже поумерить пыл, ребята. Ну как тут поумеришь, когда такие склоны нетронутые. Отличный денечек, и здесь совершенно другой снег, нежели тот, который мы вчера катали и позавчера. Здесь он более пухлый, высота чуть побольше, и здесь трак композит ведет себя по-другому. Вот когда такой пухлый снег, вверх ехать на нем проблематичнее. Он пропиливает глубже, пропиливает вот эту подложку. И снегоход едет лыжами вверх, но в тот же момент он контролируется. Ты едешь и контролируешь, так потихонечку в запиле идет.
Но вверх, когда едешь, застревает он больше. Конечно, стандартный трак, ну, скорее всего, это из-за площади грунтозацепов у стандартного трака. Я так предполагаю, что она чуть-чуть побольше, из-за того, что он чуть пошире. Вот, это надо замерять, это нужно считать, все, в принципе, это можно сделать. Вот, но пока такие ощущения, что в пухлом снегу, конечно, вот этот трак, он немножко подпиливает больше, чем стандартный. Но в целом, вот это такие нюансы, которые, ну, обычному пользователю, который катает не столько много, как мы здесь в Приисковом, и не по такому снегу, ну, их просто не понять. Поэтому можно спокойно брать на замену стандартному траку. Если что-то со стандартным траком случилось, можно спокойно брать гусеницу композит и не париться вообще абсолютно и кататься. Кататься много, кататься безопасно, кататься по хорошим местам. Солнышко село и все, тень, и здесь начало прохладой уже тянуть, хотя штиль. Ладно, надо собираться ехать домой, у нас сегодня еще руль не совсем целый на G4, поэтому сейчас предстоит сложный путь и долгий, самое главное, путь домой. Ставьте палец вверх, подписывайтесь, если вы еще до сих пор не подписаны, а я прощаюсь с вами до завтра. Всем пока!